У нас теперь за счет удобного подголовника увеличилась длина полки. Она теперь составляет 2 метра, это на целых 16 сантиметров больше стандартной полки. Вот, также можете наблюдать у нас интересные интерьерные решения. Розетки под столом. Здесь также можете увидеть удобные разъемы USB Type-C по обеим сторонам возле подголовников. Вот, ну и, конечно, можете пройти и посмотреть мультимедийные порталы, которые могут управляться дистанционно с помощью пульта. Также удобные полки для размещения ручной клади багажа. Вот, здесь достаточно объемно, много места. Ну и, конечно, стандартное размещение багажа – это под полкой. Можете наблюдать, как легко у нас раскладываются полки. И можете наблюдать, как у нас здесь выравнивается уже до 2 метров на полке. Удобные шкафчики для хранения верхней одежды. Также пульт управления освещением, кнопку вызова проводника над дверью.